Всем привет, это Ирина. Итак, наступает New York Fashion Week, и, естественно, все модели сейчас живут тем, что ходят по кастингам с утра до ночи. Расскажу, девчонки, если вы начинающая модель или, может быть, модель и давно как бы думали, как же собрать правильно свой рюкзак, что же все-таки нужно брать с собой на кастинг, как вообще нужно ходить по кастингам. Вам понадобится рюкзак, на английском это называется backpack. То есть то, что идет сзади плеча, потому что когда идет тяжесть на спину, то вам легче ходить, потому что когда вы ходите по кастингу, вам нужно преодолевать различные расстояния долгие, поэтому лучше всего, чтобы это был рюкзак, а не какая-то модная сумка. Потому что если вы вышли там в 10 утра и придете домой в 9 вечера, потому что у вас было 5 кастингов, то, естественно, больше всего в этом случае пригодится рюкзачок. В рюкзаке обязательно, конечно, номер один должно быть ваше портфолио. Как я уже рассказывала, оно или в таком формате, или же оно в формате iPad. Вот. То есть портфолио, в котором содержатся ваши фотографии, ваши работы и, естественно, композитные карты. Композитные карты, карты, много карт. Много-много карт, потому что вы можете пойти на один кастинг, а по соседству другой кастинг, а встретили подружку модель, сказала, я иду там на какой-то кастинг где-то, вы еще идете туда, вы не заметите, к концу дня этих карт у вас практически не останется, потому что вы их раздадите. Иногда даже вы можете идти по улице, если вы высокая, худая, стройная, модно одетая, с рюкзаком, в кедах. Понятное дело, что вы модель, вы идете на какой-то кастинг, а дорогу переходил какой-то кастинг-директор и спросил, ты модель? Я, да, я модель. Слушай, а вот наша компания сейчас ищет как раз такую блондинку или брюнетку, как ты сказала. Окей, no problem, вот моя бизнес-карточка, точнее композитная карточка модели. Это вот прямо must have, как говорят американцы, это просто должно быть в вашем рюкзаке. Далее, естественно, по кастингам вы ходите, как я уже говорила, черные джинсы или черные обтягивающие леггинсы, чтобы показать фигуру, и белый топ или черный обтягивающий топ в кроссовках, потому что еще раз вам нужно будет преодолевать огромное количество улиц, авеню и стрит и так далее. Поэтому, когда вы приходите на кастинг, вам обязательно понадобятся черные туфли. Просто обязательно. Просто если вас попросятся пройтись, вы будете обязаны это сделать в туфлях. В кроссовках на вас никто даже смотреть не будет. Это просто настолько непрофессионально. Если у вас с собой нет туфель, то как бы это, например, если нет купальника, купальник вы должны тоже с собой иметь. Раздельный черный обычный купальник, потому что, скорее всего, вас просят продефилировать, то есть вам придется переодеться. Если у них уже есть какие-то сэмплы, если у них есть уже одежда, которую вы будете представлять, они попросят вас одеть эту одежду, как чаще всего и бывает. Но туфли, девчонки, у вас должны быть свои обязательно, не забывайте об этом. Дальше, естественно, телефон или iPad, потому что иногда кастинг может состоять из 30 девчонок, из 10 девчонок, из 100 девчонок, и вам все, что останется, это сесть на пол, взять свой iPad, вставить свои наушники, потому что вы, естественно, уважаете окружающих, да, слушать свою музыку, смотреть фильмы, читать. Также вот хорошо иметь iPad, потому что там еще и можно накачать себе книжек. Сейчас вот Гарри Поттер вышел, все его читают, или что-то там Пауло Коэльо модели читают. Вот, поэтому вы будете сидеть, грызть свое яблоко или банан, что нужно обязательно иметь, потому что вы можете там просидеть час, а можете просидеть и 2 часа, а если вас еще возьмут, вы останетесь, чтобы продефилировать в этой одежде, это может занять вообще полдня. Поэтому, естественно, все модели на диете, понятное дело и так далее, но это not healthy, это не здорово. Если вы просто голодная целый день, и как вот я помню, была на Fashion Week, там была чернокожая модель, ее звали Я, вот, и она сказала, она достала такую маленькую конфетку обсосанную, и сказала, что это ее завтрак, обед и ужин. Ну, конечно, она была очень худая, но я против этого. В общем, я придерживаюсь, конечно, определенного продукта в питании, то есть я не ем там Макдональдс, например, но конфетка за целый день, это, естественно, не вариант, по-русски говоря. И, естественно, еще раз повторяю,
повторяю, воду, особенно летом. От этого зависит ваша кожа, от этого может произойти обезвоживание, вы можете упасть в обморок. И вообще, то есть лучше всего всегда иметь с собой бутылку воды, она немного весит и в лес. То есть иногда в каких-то зданиях там даже негде купить эту воду, понимаете? Поэтому всегда ее нужно с собой носить. В принципе, для кастингов, погода по кастингам, это все. Вам не нужно тащить экстра одежду, вам не нужно тащить с собой, я не знаю, там подушку с одеялом или еще что-то. Есть еще иногда девчонки носят с собой талисманы. У меня это был вязаный котик. Вот, сейчас он уже весь истрепанный. Я его с ним летала, я его с собой везде возила. Это был мой талисман. Я почему-то верила, что если он со мной будет, то меня там будут чаще брать на работу и так далее. Или там на айпадах девчонки клеят себе разные стикеры. В общем, все по-разному, у всех по-разному. У кого-то какой-то неклес, это украшение. По поводу украшений, кстати, лучше всего, конечно, все снять. Во-первых, вы можете это потерять. Во-вторых, у вас может это украсть. Разные есть девочки, очень часто крадут. Вот. В-третьих, вы можете, когда вы будете дефилировать, зацепить, порвать одежду, дизайнер расстроится, вы никогда это там не возместите, или вам это вообще, это все, конечно, эксцентрично, все понимают, но лучше, говорится, береженого Бог бережет. Поэтому никаких украшений, часов, дорогих вещей. Поэтому там часто модели одеваются H&M, Century 21, I'm sorry, Forever 21, Zara, еще что-то, чтобы, в общем, вот это вот дешевое тряпье, что его не жалко, потому что во время кастингов это просто убивается. Это не то, что там, классно, кастинг и так далее. Это тяжелый труд, это с утра до ночи ходьба. Вы просто встаете, домой придете, упадете, и поверьте мне, лучше всего дорогие вещи туда не брать, потому что слетаются со всех стран, разных национальностей. Такие национальности, что они не уважают там то, что там, мама подарила на 16-летие, им пофиг. Вот, поэтому, в принципе, это все, что нужно взять с собой на кастинг. Я желаю всем удачи, кто ходит по кастингам, те, кто не ходят, хотят походить, хотят попробовать в роли модели, вы можете мне написать 347-606-0027, код страны +1. Если вам это видео понравилось, пожалуйста, поставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока!